В Сулисибирском полицейские применили оружие в отношении мужчины, напавшего на них с ножами. Все началось со звонка сожительницы дебошира. Она сообщила оперативникам о том, что ее гражданский муж в неадекватном состоянии повредил имущество в квартире и грозится причинит вред ее здоровью. Полицейские прибыли на место и обнаружили мужчину в неадекватном состоянии. Если ты сократишь мне дистанцию еще хотя бы на метр, я применю огнестрельное оружие. Дело я сказал! Нож положи! Дело я сказал! Как можно видеть, законные требования сотрудников правоохранительных органов положить холодное оружие на землю дебошир игнорировал. После предупредительного выстрела в воздух переговоры продолжились, однако мужчина не планировал сдаваться. При попытке дебошира напасть на одного из полицейских им пришлось стрелять ему по ногам. После нескольких выстрелов мужчина упал, а ему тут же вызвали скорую помощь. В настоящее время 44-летний мужчина доставлен в медучреждение. Его жизни и здоровью на данный момент ничего не угрожает. Известно, что указанный гражданин имеет достаточно богатый криминальный опыт. Ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение самых различных преступлений. Находился в местах лишения свободы.